Псалом 68. Да восстанет Бог, да расточатся враги Его, да бегут от Него и ненавидящие Его. Как рассеивается дым, так рассейте их, как тает воск от огня. Тогда погибнут нечестивые от лица Божия. Но праведник да возвеселится, пусть возрадуется пред Богом. Да, пусть радуется чрезвычайно. Пойте Богу, пойте имени Его, превозносите восседающего на облаках, именем Его Ях, и радуйтесь пред Ним. Отец сирот, защитник вдов, Бог в своем святом жилище. Бог помещает одиноких в семьи, Он выводит тех, кто связан, к процветанию, а непокорные живут на суше. Боже, когда Ты шел пред народом Твоим, когда шел пустыней, земля тряслась, небеса также проливали дождь в присутствии Бога. Сам Синай был тронут в присутствии Бога, Бога Израиля. Ты, Боже, послал обильный дождь, которым утвердил наследие Твое, когда оно утомилось. Общество Твое жило в нем, Ты, Боже, по милости Твоей позаботился о бедных. Господь дал слово, велико было общество возвещавших это. Цари воинств бегут, бегут, и оставшиеся дома делят добычу. Если ты ляжешь среди овчих дворов, ты будешь как крылья голубя, покрытые серебром, и перья его из желтого золота. Когда Всемогущий рассеял в нем царей, оно было белым, как снег, в Салмоне. Гора Божья, гора Вассанская, гора Многовершинная, гора Вассанская. Что вы воспламеняете от зависти, горы Многовершинные. Это гора, на которой хочет обитать Бог, и Господь будет обитать на ней вовеки. Колесницы Божии 20 тысяч, даже тысячи тысяч. Господь среди них, как на Синае, во святом. Ты вошел на высоту, пленил плен, вы получили дары между людьми, даже от непокорных, чтобы Господь Бог мог обитать там. Благословен Господь, ежедневно обогативший нас благами, Бог спасения нашего. Бог наш есть Бог спасения, а Богу Господу принадлежит спасение от смерти. Но Бог ранит голову врагов своих, волосатую голову того, кто еще продолжает свои преступления. Господь сказал, «Я возвращу из Васина, возвращу их из глубины морской, чтобы нога твоя сокрушила их в крови, и языки псов твоих получили свою долю от врагов твоих». Они видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя моего, во святилище. Впереди шли певцы, за ними музыканты, играющие на музыкальных инструментах, среди них были девушки, играющие на тимпанах. Благословите Бога в собраниях, Господа, от источника Израилева. Есть маленький Вениамин, их вождь, князья Иуды и их отряды. Князья Завулоновы и князья Нефалимовы. Бог твой заповедал тебе силу, укрепи, Боже, то, что ты сделал для нас. Из-за твоего храма в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Упрекай тростниковых зверей, стадо быков с телятами народов. Пока каждый не покорится сребрениками, рассейте народы, которые наслаждаются войной. Посланники выйдут из Египта, Эфиопия быстро протянет руки к Богу. Пойте Богу, царства земные, о, пойте Господу, восседающему на небесах небес, которые были издревле. Воистину, Он посылает свой голос, могучий голос. Воздайте силу Богу, величие Его над Израилем, и сила Его в облаках. Боже, Ты страшнее Твоих святынь. Бог Израиля – это Тот, кто дает силу и могущество своему народу.